И эта точка, как бы, она давит на пространство, так же, как, короче, давит и материя. Потому что материя — это энергия, а энергия может давить на пространство. Вот, в определенном мере. И, короче, она давит, и потом, короче, пространство ломается. То есть, допустим, ты не сможешь вот так вот пробить стол пальцем. А если это будет, ну, допустим, гвоздь, то ты ударишь по молотку, приложишь энергию и пробьешь.